Всем привет, меня зовут Леонид Слуцкий, я ведущий блога «Футбология» на Sports.ru. Даже разговаривая с молодыми игроками, надо быть предельно аккуратным и внимательным, потому что каждое слово может ранить, и поэтому все-таки тренеры, они имеют дело с такими немного душевно больными людьми, которыми являются футболисты, и надо быть очень аккуратным в каждом своем шаге. Кровь, пот и слезы на sports.ru.